Идем тестить новое летнее меню в кофе. Сегодня пробуем клубничный мохито, тропический шприц, фраппучино и блю айс матча. Первым стартует фраппучино. Настоящая находка для тех, кто любит пить кофе даже в такую жару. Выбор напитков очень большой. И сейчас мы с вами попробуем клубничный мохито. Освежающий и очень легкий летний лимонад. На очереди тропический шприц. Безалкогольный тропический шприц имеет небольшую горчинку, но очень классно освежает. Вот мы и добрались с вами до Blue Ice Matcha. Это не совсем похоже на кофе, потому что напоминает молочный коктейль. И однозначно это стоит попробовать. Все напитки, которые мы сегодня с вами пробовали, стоят 5 белорусских рублей. Ждем вас в Кофикс Олд Сити, первый этаж. А если вы уже что-то из этого пробовали, срочно пишите в комментарии, как вам.